Была дорога каждая минута. Сегодня в 88-й школе наградили ученицу 3-го класса Валерию Соболеву. В марте этого года она спасла бабушку от инсульта. Пенсионерка резко почувствовала недомогание. Девочка не растерялась и вызвала скорую. Если бы Лера не отреагировала вовремя, последствия могли бы быть очень печальными. Я сидела в другой комнате, и она начала с дивана падать. И ничего не смогла сказать. Вообще. Я позвонила в скорую. А потом маме. И скорая приехала с мамой вместе. Не каждый взрослый позвонит в скорую помощь и обратит на это внимание. То есть эта девочка, она очень ответственная. То есть, конечно же, это поступок, который не для всех. Также в рамках предстоящего Всемирного дня борьбы с инсультом, который отмечается завтра, ребятам рассказали, как распознать первые признаки заболевания и что делать в таких случаях.